Пока мы с вами с умным видом рассуждаем об особенностях применения незаменимых аминокислот, мечтая довести максималку в жиме хотя бы до 130 кг, нормальные парни-лифтеры без выебонов просто делают свое правильное дело. Скоро на экране дуэль наших жимовых специалистов. Жать соточку на разы – это не для них. Итак, Павел Климов, Гранит Продакшн против Дмитрия Головинского, Доча.ком. Жим штанги в 200 кило на количество. Ждите на следующей неделе. Заруба обещает быть очень крутой. Заседание клуба «Два центнера» объявляется открытым.